Андрей, привет! Я недавно слушала твои диалоги, и я действительно горжусь, что мы с тобой в одной команде. Спасибо тебе! Сегодня я хочу рассказать свои впечатления о твоих диалогах, а точнее о том, в котором клиент сообщил, что ждет зачисления денег на его карту, но деньги так и не пришли. Это достаточно эмоциональный вопрос, потому что клиента интересует, где его деньги. Сразу, как только клиент обратился, он уже с негодованием рассказывал ту ситуацию, которая произошла, и в его голосе слышалось некое раздражение, потому что обращается он уже не в первый раз по этому вопросу. Здесь не забывай про активное слушание. Это важно для клиента. В этот момент он понимает, что ты действительно его слушаешь и вникаешь в суть его вопроса. Благодаря твоему профессионализму и стрессоустойчивости ты дал понять клиенту, что переживать ему не стоит, чтобы он просто ждал зачисления на его карту. Также очень круто, что ты посоветовал, чтобы к нам обратился отправитель этих денег, чтобы мы были уверены, что платеж успешен. И действительно, это очень важно для клиента, потому что он почувствовал, что ты хочешь ему помочь. Наш клиент сообщил, что на квитанции, которую он получил от отправителя, есть какой-то непонятный для него счет, который действительно ставит его под сомнение, действительно ли деньги отправлены на его карту, какое-то погашение долга. Но благодаря твоей клиентоориентированности, клиент теперь может посмотреть этот счет в своем мобильном банкинге и быть спокоен, что деньги действительно отправлены на его карту. Ты успокоил клиента и дал ему всю нужную информацию по решению его вопроса. И благодаря тебе клиент мог, не переживая, заниматься своими делами и не ожидать ответа от другого оператора. Ты вел диалог на высоком уровне, и это слышно сразу. И действительно, я с уверенностью хочу сказать, что ты растешь с каждым звонком. И это действительно именно твоя заслуга. Так что спасибо тебе за твои старания и до скорой встречи. Пока-пока!